Я приветствую вас на нашем канале «10 лучших островов для отдыха». Видео снято в формате 360 градусов и позволяет вам кликнуть мышкой на экран и поворачивать экран налево-направо, вверх-вниз, куда хотите, на что хотите обратить внимание. К сожалению, из-за своих проблем YouTube в последнее время начал искусственно занижать качество воспроизводимого видео. А это видео снято в 4К. Поэтому, если оно сейчас не соответствует этому, зайдите в шестеренку, в настройки, в качество, и вы выберите то качество, которое позволяет ваш компьютер. Мы сейчас едем с городка Новорелия на чайную фабрику. А вообще, первое поселение появилось здесь в период Кандийского королевства. Тогда оно называлось Элия. Колонизаторы прибыли сюда в 1819 году, когда британский служащий Джон Дэвид случайно обнаружил этот населенный пункт. Англичане оценили прохладный климат, живописную природу, и поэтому в течение 20 лет застраивали и развивали город. Не зря Новорелию называют «маленькая Англия». Сюда протянули железную дорогу и превратили этот район в крупный сельскохозяйственный центр. Сначала здесь занимались выращиванием кофе, но в 1869 году все кофейные плантации поразил грибок, и деревья в течение 10 лет погибли. Тогда, в 1872 году, начали заниматься чаем. Как известно, самые лучшие сорта чая находятся в высокогорье, именно район Новорелия. В 1890 году, предчувствовав большую выгоду, на остров высадился предприниматель Томас Липтон. Он выкупил чайные плантации за копейки, оснастил их хорошим промышленным оборудованием. Так ему удалось производить больше чая, чем и конкуренты, прилагая меньше усилий. Более того, он много вложил в яркую упаковку, которая нравилась покупателям. На сегодня Шри-Ланка – один из самых крупных поставщиков чая по планете. Более 300 тонн ежегодно. При этом одна из нескольких всего стран, где каждый чайный листочек срывается вручную, а не собирается механическим способом. Еще раз хотел заострить ваше внимание, что видео снимается в формате 360 градусов и позволяет вам кликнуть мышкой на экран и поворачивать экран налево-направо, вверх-вниз, куда хотите, на что хотите обратить внимание. Вот мы и подъехали к чайной фабрике. А сейчас я предлагаю садись поудобнее, наливайте чашечку кофе. Приятного вам просмотра. Chai, for Ceylonese chai, for Bailey chai. So three types we take from only one plant. So this is for Chorni chai. For Chorni chai, we make only the top leaves, the light green, young leaves. You know, every week, once a week, we pick leaves all year round, every week. So growing very fast. Understood? Немного понятно. This tea plant we can keep lifetime the age 60 years. The age 60 years. 6 часов сушим. Every 5 years we cut.
If you don't cut, it grows 10 meters, big tree. So after picking leaves, comes to this place to get dry, shushka, by fan. So there's a big fan giving the air, take out the water. It takes it about 14 hours. Keep it here. Понятно? Окей. Он сказал, что с одного растения белый зеленый. Что она почему-то? А почему? А что, не работает она? Тут сортируют, получается. This machine cut. Рубит. After cutting leaves, so we keep on the table here. Here the place we call fermentation. Fermentation. Color change takes only 3 hours. Fermentation. Скидывать его по сортам. But for Ceylon chai, we have fermentation. No fermentation for Ceylon chai. This machine is only for Chon chai. Yeah? After the fermentation, we put them into the dry machine again. Here the temperature stays nearly about 125 degrees Celsius. Shushka, again shushka. So after drying, we turn into chorni chai. Black. Understood? Stays here about 20 minutes here to get dry. Just 20 minutes. Белый чай сушит всего 10 минут. А если дольше пропускать, получается черный уже чай. Of the particles, you know, by the machines. Smaller piece, some is crispy chai, big size, some is sloppy chai. Okay. Small for packet. Small, это пакетик, который самый слабый чай. Пакетик. А на Шри-Ланке нас самым слабым чаем поедет. Запах как в бане. Companies. You see, we have about 1,200 acres. 1,200 acres belong to this factory, and also nearly about 1,000 people. You know the old in the box. Yeah? Most of them pickers. The lady is picking. Interesting. So all these 2,000 kilo, you get only 1,000 kilo after that. What is 80%
So black and green tea come from the same plant, and white, we have two plants. So this is some big kecha. Broken, orange, pecoy, and the fennel. Some tea, yeah? Broken, orange, pecoy, fennel. Orange is the color. Some milky. Самый крепкий, да? А белый чай? Самый крепкий. This is some средний. BOP, the English tea, English breakfast tea. So this is the most common. Same tea now you can drink there. It is free that's all. This is pecoy, OP, orange pecoy, big leaves, but very light taste. See? Some slabby. Big size, very lighter. Small size, very dark. Some crepe chai, some straight chai, some slab. So this is green tea, Ceyloni. Ceyloni chai. Ceyloni. So when you put boiled water, sounds like the full leaves. See the color, light green color. This is some bean chai. Some bean, only this. So we pick like this one by one. And dry in the sun by sunset. New fermentation, new cutting, new machine. This is some salotto. Some salotto. We take from another tea plant. The plant is another plant, not same. So check samidargo. Samidargo. This is good for the cholesterol, for diabetes, and also for the sugar. Okay, now you got clear? Yeah, understood? Да, понятно. Понятно. Спасибо. Thank you. Let's finish my tour now. YouTube? Видео, YouTube. Okay, sir. Okay. Okay. Okay, madam. Чай будет? Люмил, Люмил. Здравствуйте. Здрасте. Вы сейчас видели, как происходит процесс приготовления чая, а после этого вас садят за столик и проводят дегустацию этих чаев. При этом я скажу, что по цене на чайной фабрике чай самый был дорогой. Самый дешевый чай зеленый мы видели в Гале, и самый дешевый элитный чай мы видели в Канди. До Новорели мы остановились на один день в Коломбо, чтобы забрать билеты, которые нам купил отель на поезде в вагоне второго класса с местами по маршруту Элла-Новорелия, Новорелия-Канди, Канди-Коломбо. За два билета мы отдали всего $26. Потом были пляжи Бентота, Унаватуна, Мериса. Унаватуна нам больше понравилось. С Мерисом мы на тук-туке поднялись до Эллы, сели на поезд и доехали до Новорелии. Очень красивый маршрут, проходит по горам, через туннели, по скалам. Рекомендуем. Но в Новорели еще интересно тем, что тут куча водопадов, чайные плантации, ну и заводы по производству чая. После Новорели мы на поезде доехали до Канди, далее до Дамбулы добрались на автобусе, с Дамбулы до Сигири, до отеля, который находился недалеко от Сигири, на тук-туке. В Сигирию надо подниматься рано утром, пока скала закрывает лестницу от солнышка. А после Сигирии мы вернулись в Дамбу, посмотрели пещерный храм, золотой храм. Далее в Канди посмотрели храм за зубы Будды. Потом была не туристическая, но очень интересная достопримечательность, называется Амбулавава. Это храм четырех религий. Вернулись в Канди, сели на поезд, доехали до Коломбо и на самолете домой.
Помимо этого, на нашем канале вы можете встретить прекрасные Филиппины, остров Баракай, пляж которого не уступает мальдивским, остров Сибу, где можно покупаться с китовыми акулами величиной с автобус прямо в открытом океане, остров Палаван, где есть природное чудо, такое как подземная река, и городок Эль-Нида, где проходят туры по островам. На Мальдивах мы объездили все острова Атолла Алиф-Алиф, а также остров Фуладуа-Атулиба, Маафуш и несколько резортов. В Таиланде полуостров Пхукет, Рели, острова Пхи-Пхи, Колипи, прекрасная Малайзия, остров Ланкави, позволяет совместить пляжный отдых с магазинами Duty Free, где смешные цены на шоколад, парфюмерию, спортивные товары и алкоголь. Также Сингапур, остров Сентоза. Планируем Бали, Сейшелы, Французскую Полинезию. Как видите, впереди много интересных видео. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. До скорых встреч!